Привет всем! Сегодня мы в грибах. Последний месяц стояла жара 30 градусов, и наконец прошли дожди. Сейчас 24 градуса, в лесу стоят лужи. Такой перепад температуры и влажности должен вызвать бурный рост грибов. Сегодня 10 августа, и давайте посмотрим, что происходит в лесу на самом деле. Лисички подросли. Видимо, во мху жара на них не сильно повлияла. Комаров нет совсем, что удивительно и очень приятно. Сыроежки попадаются достаточно часто. Берем их, потому что других грибов пока не видно. В лесу достаточно жарко. Еще нет характерного грибного запаха, который бывает ближе к осени. По этому запаху я обычно определяю начало грибного сезона. Или я его просто не чувствую. Нет, кови тут ни при чем. Просто надо все-таки еще немного подождать, пока грибница проснется. Пора отдохнуть и выпить чаю. Шел на это место специально, чтобы проверить подосиновики, а лес-то вырубили. Очень жаль, но ничего, есть еще места. Я их здесь собирал из года в год, наверное, лет 5. Они здесь с такими красно-оранжевыми шапками очень красивые были. Вообще, заметил, что грибные места достаточно долго плодоносят, 5 лет и больше. Но потом постепенно грибы перестают расти. Видимо, стареет грибница или влияет рост деревьев. Да, других грибов практически нет. Только лисички и сыроежки. Надо еще подождать. Брусника еще не созрела. А черники полно.
Не смог пройти мимо вот такого петушка с черникой. Про сбор ягод комбайна у меня есть отдельное видео. Ссылка на него появится в конце. В лесу провел около 4 часов. Грибы еще не пошли. А вот как было в это время в прошлом году. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. На этом всем удачи и пока. Пока-пока.